Со стороны может показаться, что в зале больше родителей, чем детей. Это недалеко от истины. Мамы, папы, даже бабушки и дедушки пришли поддержать своих юных дарований, которые впервые пошли в школу. Звенит звонок, и вот они уже первоклашки-лицеисты. В этом году в нашем прекрасном городе 58 тысяч маленьких детей впервые сядут за парты, и вы вместе с ними. К празднованию присоединился и глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин. После торжественной части ребята разошлись по своим классам. Там с ними провели их первый в жизни школьный урок. Конечно, нагружать детей сразу учителя не стали, поэтому все занятия проходили в форме игры. Даже знакомиться ребятам пришлось при помощи волшебного дерева и листочков. Но понравилось ли 1 сентября самим первоклашкам? Здорово, мне очень понравилось, я бы хотела это еще раз повторить. Нам подарили вкусняшки и книги очень интересные о Санкт-Петербурге. Но не для всех этот день такой радостный, как для самих первоклашек. Например, для студентов высших учебных заведений 1 сентября – это день, когда вновь начинаются пары. А это значит, что экзамены не за горой. Поздравить студентов Российского государственного гидрометеорологического университета пришли его же выпускники. Они рассказали первокурсникам о прелестях студенчества и посоветовали уделять учебе больше времени, чем развлечениям. Я желаю всем не сидеть на месте, участвовать во всевозможных конкурсах, мероприятиях. У нас очень богатая студенческая жизнь. И главное, и не забывать про образование все-таки. По традиции первокурсник зажег символический огонь. Он олицетворяет тот запал, что горит в юных умах. Поэтому ректор и преподавательский состав пожелали своим студентам не терять этот самый огонь и всегда находить вдохновение для новых учебных подвигов.